Да. О, вот. Оф. Наука. 119, если покупать вместе с этой маленькой. Ну как, она не маленькая. Мой ноготь. Половина. Ага, я поняла. Здесь, видите, мы видели с той стороны такую же, только голубую. Хорошую, красивую. Это браслеты. Подвески. Какие перстни. Так, я вам покажу. Вот они вот такого размера. Вот. Их настоящий размер. Какие красивые. 250 и побольше 330. О, да. Здесь есть где разгуляться. А что это вот такое? Так, вот это мне интересно. Потом спрошу. Посмотрите, какое кольцо красивое. 135. А какие серьги вот эти. Красивые зеленые на золотом фоне. 115. Кстати, мне дорого так прям уж. Боже мой, посмотрите. Посмотрите, такой перстень. 230. Вот это да. Интересно. Так, это у нас серьги. Красивые вот эти звезды. Подвеска. Цена, вот, пожалуйста. Все есть. А вот браслет, помните, мы этот видели? Вот эту звезду. И вот есть подвеска. Звезда и такие маленькие сережки. Это браслеты. Такие ценные. Что я вошла, и сразу людей много здесь появилось. 155. Да. А здесь красивые перстни. Да все здесь красиво, все. Смотрите, это браслеты, это подвески, вот такие. Вот это очень миленькое. Там, наверное, две серьги такие, которые короткие. Смотрите, как красиво смотрятся эти серьги. Бесподобно. И вот цена. Они все одиночные. Звезды. Ой, так. Это браслеты. Что здесь не нужно никаких слов, правда же? 195. Какой красивый. С их логотипом. 175.
И вот с их логотипом серьги очень красивые. А ну-ка давайте глянем, сколько они стоят. Ну вот так они стоят. Так, а ну-ка. Сфотографируем. Вот это перстень, который мы видели, но они опять же в желтом цвете. А мы видели в голубом. Вот такое ожерелье. Вот такое. И вот цены. Серьги. Ну, такие, ничего себе. Там были получше. Поинтереснее. Вот эти красивые. Смотрите, какой красивый цвет. Я приближу. Они вот такого размера. И смотрите, внутри такое лиловый камень. Нежно-лиловый, очень красивый набор. Это все отдельно можно купить, видите, перстень, серьги, браслет. Вот цены. Цены. Красивые эти подвески. А что некрасивое? Вот я не видела ничего такого, чтобы было некрасиво. Вы знаете, посмотрите, это заколки. Так, а ну-ка, сколько они стоят? 135. А что так дорого? Вот. А, это все вместе 135. И здесь 3. Видите, их 3. Сет. 135. Поделить на 135. Поделить так, чтобы узнать, сколько стоит одна. Видите, какое красивое. О, мне дурно уже от этого всего. Красивая серия, видите. Вот они же тоже. Смотрите. Здесь цены есть. Да, здесь есть где разгуляться, я вам скажу. Вот хотите сделать подарок, к примеру, мужчина женщине, или мужчина мужчине, или ребенку, неважно, или родителям. Заходите в этот магазин, посмотрите, посмотрите, какой красавец тоже. Вот цена. Ну вот здесь есть точно все, что вам понравится. Ничего не могу сказать, чтобы... Ой, ну это так себе, так себе. Не, ну вот это так себе, да. Но тем не менее. Тем не менее. Смотрится дорого. И дешево смотрится. Это кольцо переливается, видите? Вот серьги тоже. Они вот таким образом сделаны. Видите? 85-95.
Ожерелье, ожерелье. Верхняя красивая. Часы. А это мы видели с вами. Их логотип, только в другом цвете. Мы видели в белом. Какой красивый браслет с этим камнем. Смотрите, 230, видите? Красиво. Красиво. Боже, какая серьга. Так, а ну-ка. Вот это я имею в виду. Значит, она сверху крепится. И снизу это ков такой, скорее всего. Очень-очень красивый. Вот, видите? Какой перстень. Посмотрите. Это одно 135, я думаю, короткая, которая, а другое 145. Видите? Браслетики. Вот цены. И вот браслеты. А вот мой любимый перстень. Вот мой любимый перстень. Вот этот розовый. Очень красивый. Очень-очень. Такие подвески. Вот серьги, которые мы видели на старте. Смотрите, на одно ухо одевается большая, а на другую вот такая вот маленькая. Стоит маленькая 55, смотрите, а большая 280. А что это такое? Да, это серьги. Это серьги, знаете, которые 145, вот они. Вы знаете, они такие красивые. Интересно, они тяжелые или нет? Но если уж что-то покупать, то, ну, я думаю, что это лучше смотрится, чем бижутерия. Ну, я имею в виду простая бижутерия, не люксовая. Хотя это может даже и сравниться с некоторой люксовой бижутерией. Потому что качество и дизайн роскошны. Видите? Его цены. Так. Это оформление такое красивое. Вот, моя любимая. Вот, я влюблена в это. Так, ну что? А? Yes, of course. Фантастика, I even made photos. Так. Ну что, ребятки, я думаю, что, наверное, вам понравилось, потому что это не может не понравиться, правда? И заодно дала вам идею, например, какие подарки можно сделать родным, близким, не родным, не близким.
В общем, вам решать. И самое главное — здоровья и мирного неба всем. Всего хорошего, родные.